Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня будем готовить самую вкусную и хрустящую закуску из кабачков. Описание рецепта вы найдете под видео, а я начинаю готовить. Для этого рецепта я всегда выбираю небольшие кабачки с тонкой кожицей. Кабачки надо помыть и порезать на кубики 1,5-2 см, не толще. Если кабачки совсем маленькие, то можно порезать полукольцами. Теперь мелко нарезаю зелень, укроп и петрушку. Морковь натираю на терке, и у меня получается тонкой соломкой. Можно натереть и на обычной терке, или порезать ножом. Чеснок пропускаю через пресс. Если вы не любите чеснок, можно заменить его на красный острый перец. Добавляю соль, черный молотый перец, сахар и яблочный уксус. Теперь все хорошо перемешиваю и оставлю мариноваться на час. А чтобы кабачки промариновались равномерно, их нужно в течение часа перемешивать каждые 15 минут. Прошел час, кабачки промариновались. Теперь я чистые крышки заливаю кипятком на пару минут. Банки уже простерилизованы при температуре 150 градусов 7 минут. Кабачки еще раз перемешиваю и перекладываю в банки. Кабачки в банку укладываю плотно, немного придавливая, чтобы банка была полной. Заливаю банки соком от кабачков до самого верха. Накрываю простерилизованными крышками, но не закручиваю. Немного кабачков не поместилось, но они уже промариновались и очень вкусные, их можно сразу кушать. А баночки будем стерилизовать, чтобы они могли храниться долго и зимой нас порадовать. На дно кастрюли я кладу обычную тряпочку для мытья посуды, а сверху ставлю баночки. В кастрюлю наливаю холодную воду. Уровень воды должен быть до плечиков банок. Как только в кастрюле вода закипит, я огонь уменьшаю и стерилизую банки на медленном огне 10 минут. Банки простерилизовались, теперь плотно закрываю крышки. Бесподобная хрустящая закуска готова. Ваши гости обязательно будут выпрашивать у вас этот рецепт. Спасибо, что смотрели нас. Делитесь нашими видеорецептами со своими друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!